Ну а сейчас немного о погоде. Дожди с грозами прогнозируют на большей части Казахстана. По данным Казгидромета, ливни пройдут на северо-востоке и востоке страны. По республике усиление ветра, на западе утром и ночью туман. Лишь на юге, юго-западе и в центре будет ясно, без осадков. На юге, западно-казахстанской, Кустанайской области и области Абай ожидается очень сильная жара. В 12 регионах предупреждают о высокой пожарной опасности. В столице без осадков. Температура воздуха днем до 30 градусов тепла.